Тунисе тысячи человек вышли на демонстрацию против проекта новой конституции, предложенного президентом Каисом Саидом. Манифестанты называют действия главы государства переворотом и считают, что он узурпирует власть. Референдум по поправкам в основной закон страны должен состояться в понедельник. Суть Конституции в обеспечении баланса сил, но новая Конституция наделяет президента фактически неограниченными полномочиями. В ней нет механизма для объявления ему импичмента или выговора. Год назад президент Туниса распустил правительство и приостановил работу парламента на фоне массовых протестов, участники которых обвиняли министров в неспособности справиться с коронакризисом. Год назад я была за перемены, за позитивные перемены, за то, чтобы призвать к ответственности воров, которые ограбили страну. Но когда президент приостановил действие Конституции, мы увидели его истинное лицо. Мы увидели, что он на самом деле не заинтересован в том, чтобы бороться с коррупцией. Среди противников президента в первую очередь сторонники правящей партии Ennahda. В то же время значительное число тунисцев одобряют действия главы государства.